А почему я не играю конкретно сейчас в Outcast? Слушай, ну, во-первых, я как бы такой человек, так сказать, да? Я вот перфекционист в каком-то смысле. Сейчас идет турнир ВТФ, да, ты знаешь. Это один из таких первых крупных турниров, в которые я играю. И хочется там иметь максимальную вот форму, да, то есть какую-то форму свою, прям такую пиковую, и отыграть хорошо. Потому что есть тиммейт, которого не хочется подвести, есть сильные оппоненты, то есть охота на ДжК сосредоточиться. Много шоу-матчей по Джебус Кроссу. В целом, как бы я являюсь таким фронтменом Джебус Кросса и прочее, прочее. Вот, по поводу Ауткаста у меня есть определенные мысли. Именно подать это правильно аудитории, именно сделать это правильно. Насколько я знаю, Outcast сейчас только активно развивается, его еще патчат, его еще дорабатывают. Играть в сырой проект неохота. Хотелось бы, чтобы его доработали и его допатчили, и я готовый. То есть, ребят, поймите, если бы у меня была бы, допустим, там аудитория, условно, там 50 человек, я бы мог этим, ну, как бы, да, без разницы было бы, что делать, как бы всем поебать, как говорится. Но когда немножечко побольше, ребят, ты должен быть избирателен к тому, чем ты занимаешься. Ты как бы знаешь, как тебе сказать, неохота лезть в неготовый проект. Вот сейчас его допатчат, сейчас люди его потестят. Я посмотрю, что это действительно там хорошо работает, что это классно, что это интересно, и это правильно подам, возможно, там для аудитории Ютуба, или там для аудитории там Твича дополнительно как-то. То есть для меня это больше, ну, больше, чем просто, понимаешь, как это сказать. Посмотрим, как пойдет. В общем, так, я плюс здесь дал, да? Да. У меня есть определенные мысли просто, ну, определенные планы на этот счет, определенные планы, и я их придерживаюсь. Вот как-то так. Ты же понимаешь, что если я сейчас сыграю Outcast, выложу это в YouTube, будет много-много вопросов, на которые нужно будет отвечать. А успех Outcast во многом зависит от того, как его подадут фронтмены, да, героев. И в том числе, ну, понятное дело, как бы, вот, собственно, и я один из них, так сказать. И это зависит очень, то есть, как тебе сказать? Бля, путаюсь в словах, но суть примерно такая, что это, возможно, какой-то интересный инструмент для привлечения какой-то новой аудитории в герои, но аудитория такая штука, которой нужно разжевать, аккуратненько в ротик положить, понимаешь, красиво подать, правильно подать, и тогда это будет работать, а не так, что блядь, там, подрубай там ебать, да нихуя так не работает, ребят, понимаете? Да, большая ответственность немножечко к тому, что я делаю, и, соответственно, от этого и выборка, то, чем я занимаюсь, тоже больше. Вот. Ауткаст — это интересная темка, посмотрим сейчас, проживет, не проживет, не будет ли это воздушным пузырем, можно ли это будет прокачать, поднять. Я жду какие-то патчи. Сейчас, я знаю, там сделали подземку, что-то сделали, героев вернули. Я отслеживаю, естественно, отслеживаю. Для меня, например, Outcast, я думал сделать отдельную рубрику на Ютубе по Outcast с моими подкастами, с моими интервью и прочим. То есть я думал это так обработать, понимаешь? Все фронтмены поиграли, кроме тебя. Вот, а я еще не проиграл. И подожди еще, братан. В том-то и суть. Может быть, я тут буду являться каким-то тузом в рукаве, так сказать.